На сцене, выполненной в стиле древнегреческого храма Парфенон, развернулось красочное действо, тесно переплетя две древнейших культуры. Поскольку это событие приурочено к празднованию Года Греции в России, с приветственной речью перед участниками и гостями фестиваля выступили генеральный консул Республики Греция в городе Новороссийске и глава Анапы Сергей Сергеев. За большой вклад в этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации был награжден почетной грамотой Комитета по культуре Госдумы РФ. Сегодня мы присутствуем поистине преисторическом событии. Мы открываем первые спортивно-культурные игры Гермеи. Можно говорить много, и ведущие нам сегодня сказали уже, куда уходят корни этих соревнований. Но я хочу повториться. Мы открываем спортивно-культурные игры. Мы будем доказывать друг другу, что мы сильнее именно на борцовском ковре, на легкоатлетической дорожке, на стадионах. Я уверен, что эти игры станут доброй, хорошей традицией. Я уверен, что вторые игры на будущий год, в них примут участие больше и больше людей. Мы гостеприимные хозяева. Мы город-курорт. Мы город воинской славы. Я хочу еще раз поздравить всех присутствующих с этим знаменательным событием и пожелать всем участникам, всем гостям хороших впечатлений, достижения спортивных побед, здоровья. Και ήθελα μονάχα να προσθέσω ότι είναι ακριβώς τέτοιου είδους εκδηλώσεις που φέρνουν τους λαούς των δύο χωρών πιο κοντά. Я также хотел бы добавить, что это как раз-таки тот самый замечательный праздник, который помогает сближаться двум народам. Και έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να αναπτύσσονται οι σχέσεις μας σε όλους τους τομείς. И также мы будем продолжать и в будущем для того, чтобы укрепить наши отношения во всех сферах нашей жизни. С приветственным словом к собравшимся обратился и представитель духовенства, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Он еще раз напомнил, насколько тесно связаны культуры наших народов. Христос воскресе! Христос анести! Вот такими приветствиями пасхальными я хотел бы кратенько сказать, что значит Греция для России и что значит Россия для Греции. Наши судьбы очень тесно переплетены в основе, в истории. Нашей культуры российской лежит греческая традиция, это и богослужебная традиция, и певческая культура, и храмостроение, и многое другое. И вот прошли годы, и казалось бы, нас, наверное, разделяют какие-то экономические лагеря, тем не менее, вера – это тот мощный фундамент, который нас связывает и который нас призывает быть вместе.